королевском курятнике, королевские куры, черные, прошу заметить, снесли 12 яиц. Расчетливая королева черного государства ежедневно ведет учет доходов и расходов. У нее все по полочкам. Совсем по-иному дела обстоят в Белом королевстве. Его государь ленив и беззаботен, а еще по уши влюблен в свою соседку. По утрам они вместе завтракают. Она исключительно черным кофе и горьким шоколадом. Он белым зефиром. Эту постановку этюдовцы показывают уже 4 года подряд по просьбе своих зрителей. Мы никак не можем с ним расстаться, потому что он и нам нравится, и зрители просят. Вот в «Колосок» мы его везем, потому что зрители именно этот спектакль просят показать. Ну, он хороший, добрый, светлый, почему бы его и как бы не показывать? Потому что поколение детей, школьников меняется, и как можно чаще хочется показывать именно такие спектакли. Спектакль хорош тем, что каждый зритель вкладывает в увиденное свой смысл. Для одних это просто шахматная доска, для других – экранизация семейной жизни. Я должен просить прощения? Я должна? Ни за что! Пока зрители нам не сказали, что это конфликт вот в семье, я, если честно, в этом ручье даже не думала никогда. Я просто как-то считала, что это спектакль о том мире, о том, что ссориться вот не нужно, и что действительно вот взрослые очень часто ссорятся из-за пустяков. И вот их близкие люди страдают от этого. Постановку на сцене городского дома культуры в очередной раз покажут 27 июля. Этим спектаклем этюд закроет свой театральный сезон. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».